Всем привет, с вами Уэб. И ты никогда не задумывался, как кино влияет на твою жизнь? То есть, скажем, посмотрел ты такой Хитмана, и потом бреешься налысо, одеваешь смокинг и идешь убивать людей. Думаете, я шутки шучу вот прямо сейчас? Вот я с тобой прямо сейчас шутки шучу, думаешь, да? А вот и нихуя. Как выяснилось, кино действительно влияет на неокрепшие умы. А выяснил я это благодаря Маше Розочкиной, моей подписчице, за что ей большое нетсталкерское спасибо. Ну и да, конечно, пользуясь случаем, хочу напомнить, что каждый, именно каждый, и ты тоже, можешь прислать мне личным сообщением ВКонтакте любой интересный или просто странный сайт. И, кто знает, возможно, уже в следующем выпуске будет твое имя. Ссылку на свои контактные данные я оставлю где-то здесь на экране и в описании. Ну так вот, сегодня речь пойдет не о Хитмане, но о другом фильме. Возможно, даже вы о нем слышали. Называется он «Нерв». Итак, давайте я кратко перескажу суть фильма, чтобы вы понимали, с чем нам придется столкнуться в этом видео. В общем, суть есть так называемая подпольная игра «Нерв», в которой игроки выполняют задания, ну что ты типа знаешь, покажи жопу на камеру и получают за это определенную сумму денег. В это же время за всем этим наблюдают зрители. Ну как в КС-ке, знаете, там, в матч не вошли, наблюдают и так далее. Ну в общем, вы поняли суть. Так вот, удивительно, но этот фильм просочился в нашу реальность. А именно, кто бы мог подумать, ВКонтакте. Прямо взял и вторгся на территорию своего конкурента «Синего кита». Неслыханная наглость. И один из таких пабликов вы можете наблюдать сейчас на своих мониторах. Да, они непопулярные. Но сам факт того, что люди ведутся на все это ради каких-то смешных 50-100 рублей, ну я даже не знаю. Ладно, давайте почитаем общие правила этой, так скажем, игры. По сути, все делятся на игроков, зрителей и наблюдателей. И если с первыми двумя все понятно, то наблюдатели управляют нервом. При этом каждый из них зарабатывает рейтинг, и на его основе строятся выплаты. Вот, например, одно из заданий. Всем привет, вот вам новое задание. Призовой фонд 200 рублей. Стоя в супермаркете у какого-нибудь стеллажа, представьте, что вы продавец. Попытайтесь втюхать покупателю товар, будьте изобретательными. Минимальное количество попыток продать товар – 5. То есть, вы все правильно поняли, за 200 рублей вы становитесь клоуном на потеху немногочисленным зрителям. Ну ладно, видео выполнения именно этого задания нет, но зато есть нескольких других. Так что давайте глянем наших игроков в действии. Что он сказал? Нет, ну правда, что он сказал? Стоп? Нетсталк? А, это уже профессиональная деформация, не обращайте внимания. Мне пришло задание от игры «Нерв», короче. Нарисовать на стене крыши, а если бы тебе в полный рост предложили нарисовать картину Босха, ты бы тоже согласился? Да-да, интеллектуальные шутки сейчас в моде. И тут его, видимо, товарищ такой: «Да ну тебя нахуй, Санёк, или как там тебя, я прыгаю. А то сейчас менты подтянутся, мамка дома по шее надает, и школы выгонят». Но, видимо, страх высоты все-таки оказался сильнее. Поэтому оператор продолжил съемку. До встречи в нерве. В общем-то, такое видео и такие игроки. Но давайте посмотрим еще одно. Может, именно там нас ожидает что-то более интересное.
Привет, прогнивший Сацу. Ну здорово, мой юный друг. С вами Букер Бункер. Бункер Бункер? Отличный псевдоним, думаю, с ним ты далеко пойдешь. По крайней мере, если ёбнет ядерная война. И сегодня я намерен стать участником игры Нерв. Чтобы сделать это, мне необходимо было выполнить вступительное задание. Выкрикнуть слово «нерв» в публичном месте, ознаменовав тем самым начало игры. И то, что ты долбоёб, конечно, который нарушает спокойствие в общественном месте. Однако задание показалось мне немного заурядным. Ой, ну не выёбывайся, пожалуйста. Ты позволяешь использовать себя как последнюю шлюху за 100 рублей, так что все эти понты, как по мне, неуместны. Поэтому я лишь самую малость позволил себе модифицировать его, написав трек, а затем сняв клип, припевом в котором послужит выкрик заветного слова. Напоминаю вам, что страховка не оплатит кровь из ушей и вытекшие глаза. Приятного просмотра. Пульсируют вены на шее. Игра началась, несомненно. А люди все роют траншеи. Бесплатно, бессменно. Игра началась не с свиста, не с звона бутылок с виски, не с победой и поражением. Пролегает удача, взываю Калипсо. Нет! Это агония. Нет! Это безмолвие. Нет! Вечеринка для демонов ада и высшего общества. Чё он сказал? Высшего общества? Ну, пиздец тебе, дружок. Такого иллюмината не прощают. Это оскорбительно. Знаете, а тут я подумал и понял, что этот чувак меня вдохновил. Вдохновил на начало своей собственной рэп-карьеры. Поэтому встречайте первый трек MC Webba. MC Web представляет, настоящий Netstalking будет всегда жить в наших сердцах, йоу, браза. Рэй Мэтсон ёбаный мудак, каждый знает этот факт. Соси член мудила, сука, это так. Лисиные еблеты видеть не могу. Поэтому, сука, я вас всех блять разъебу. Порежу, порву, почту бутану. Факты ваши малолетние носку воткну. Айписканы, бляди, летят вам прям в ебло. И это настоящий нетсталкинг, вы не поймете никогда его. Йоу. Так вот, о чем это я? Как по мне, весь этот нерв уже обречен на провал, и я сейчас объясню почему. По сути, единственной причиной, почему вы захотите поиграть в это популярность. Так было и с героями фильма, кстати. Но здесь есть одно важное отличие от фильма. Все эти долбоебические выходки никто, кроме админа, смотреть не будет. Ну а что касаемо денег, то за ними, наверное, легче будет устроиться куда-нибудь на обычную работу. Можно даже дворником. Вы там, поверьте, намного больше заработаете. И заодно не станете посмешищем в интернете. Только разве что в кругу школьных друзей. Вывод. Не ведитесь на всякую хуйдень. Ну и, конечно, пишите, что считаете по всему этому поводу, вы будет очень интересно почитать. Ну а также, конечно, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и паблик, если вы еще не подписаны, и рассказывать об этом. И не только видео своим друзьям. Выполни все эти несложные действия, ты очень поможешь каналу. В общем,
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и паблик, комментируйте видео, рассказывайте о них друзьям, и новые выпуски не заставят себя долго ждать. Ну а с вами, как всегда, был Веб. Всем до скорых встреч на просторах Дипнета и обычного интернета. Пока!